друзья, мы вновь за прекрасным новогодним столом. Здесь очень много угощений, я уже проголодался. У меня выделяется желудочный сок, но для того, чтобы он выделялся грамотно и не во вред моему здоровью, я пользуюсь косметикой Oriflame. Да, вот именно вот так. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вас зовут и какая ваша должность, так скажем, или статус в компании Oriflame? Здравствуйте, меня зовут Вяткина Татьяна. Статус в Oriflame был просто консультант, а сейчас уже как гостья. 6 лет я занималась, а сейчас выбыла как гостья. Бывший консультант. Скажи, пожалуйста, много ли позитивных моментов за 6 лет доставило вам заниматься распространением и консультацией косметики Oriflame? Много. Расскажите хотя бы один очень положительный момент в жизни, который запомнился больше всего. Положительный момент – это то, что много знакомых сразу появляется. Который запомнился, подсказывайте, девочки, у кого что. Может быть, были какие-то необычные клиенты, которые оставили у вас лично хорошие эмоции, впечатления, с которыми приятно работать? Нет, могу сказать один вспомнила момент. Где-то 4 года назад я ездила в Украину, гости, и у меня была косметичка с косметикой Oriflame. А назад, когда мы ехали, я ее случайно оставила в поезде, и с нами ехала еще одна пара молодая. И когда я вышла и тут же вспомнила, что я ее забыла, я вернулась, еще поезд не отошел. Мне сказали, что вы, с косметикой Oriflame вы ее не найдете. Ну вот такой момент. Что действительно правда. Тем самым это можно... Так дорого, там столько много всего. Тем самым можно сделать вывод, уважаемые друзья, что косметика Oriflame пользуется популярностью не только в нашей стране, но и в Украине. Так что мы все занимаемся одним делом, великим, для развития великой страны.